наши джентльмены, и нас, и индийских тетушек всех высадили. Все? Готовы? У каждого свой багаж, пошли. Харидвар. Ворота к Богу. Приехали в город Харидвар. Вон она, наша прекрасная девочка. Ну, ушла уже, ушла. Харидвар – город, переполненный паломниками. Поэтому... Люди сидят на полу, не всем хватает места, скамеек. Вот тебе и север, а жара-то больше, чем в Дели. Хорошо, ага. Господи, ты, боже мой, какой несчастный щеночек весь. Чешется у него все, шкурка повылезла. Не трогай. Ну и что говорить? Что с ней? С ней-то ничего не будет. Это ему декот у нее, наверное. Хотя такси? Они ей и еды, и воды. Но он не понял их. Причинили добро, пользу нанесли. Теперь вон работа ей вылизывать тебя. Бедный пес. Что это такое? В рот булку засунули, водой побрызгали святой. Вот нас встречает Шива. На вокзале Харидвара. Но люди не запачканные сильно краской. Ой, раджастанская семья вон слева. Такая красивая. Одни рикши невозможно красивые. Такие фиолетовые. Ему можно доверять такому? Шарами водой. Мама дорогая, надо одеть очки. Попали уже два раза. Нормально, да? Для Коли-то нормально.
ты что-то позеленел. Позеленел. В дороге. Испортился. Так, немножко. А нас тоже немножко. Не, ну хороши, так это элегантная зелень. Зелень, да, зелень нам досталась. Точечку. А нам красненькая, девчонки красненькие. И моя вот шалька немножко красненькая. Мама. Воды шар целый. Компьютер. Здравствуй, дорогой Шантикунж, пошли. Шикардос. Красота. Петуни кругом. Мне красная краска на руку попала. Видимо, хорошо химическая. Сразу руку начала щипать. Я глаза одела. Не щипит, да? Вообще ничего не щипит. Ты как в фильме «Аватар». Такая красивая, да, с планеты. Слушай, как там планета-то называлась? Смотрите, тут у нее прям ровно. Не, ничего не щипит. Вот у меня и сумка. У нее смотри, да и главное подсветка. Да, конечно. Ну так, ну, я же села туда, чтобы для меня это все пришло. Я очень рада. Милость опять же, да? Конечно. Чем больше крас. Они в крае сидели, Сережа. Класс. Нет, Таня сидела. Я сидела в центре. А ты в серединке жила. Так что верну. Мне досталось чемодан. И Наташа. Ну, маловато, маловато. Да мне уж близко человек.
Вот ты очень элегантно накрашена, очень. А меня, фотографироваться. А меня девушки красили. А мужики как попало красят, а девушки красиво. Фестивали, фестивали. Hello. Happy Holi. Happy Holi. Holi. Thank you. Спасибо. Эксклюзивный окрас. Хари Кришна. Мы только развеселились. А где наши сообщники? Опять же. Все. Как появились? Такое впечатление, что они появились раскрасить нас. Мы очень хотели красиво раскраситься. Они пришли, весело покрасили. Они так нежно нас, да, раскрасили. И причем я показала, покрасьте меня, а не можно, да? Не кидали, не швыряли, подошли и как-то аккуратненько покрасили. Сразу прям подошли, покрасили, да. А меня не тыркали, пока не попросила. Девочка тоже так подошла, аккуратно такая руку тянет и смотрит, ну... Можно, нельзя, да. Ну да, аккуратненько, да.